Я работаю в городе, я гуляю много по паркам нашего города, мне они очень нравятся. Я в них выгулял своих детей, а старшему уже 32 года, внуков сейчас. Я вижу, как наш город деградирует, но делается на порядок меньше, чем должно делаться. Как результат, нимену креде держа шинвитору рашула честа, шинвитору церия честа, юкын мантылдэску тенерету энтреп педымш. Я де боец терминат с шефете институция уастрден вацамын. Шикари партии дымвой в ряд штярга гонцара часто. Мажоритаты не дико мынели. Интреп до паста, дар каре парти, диначе каре вревсе, дукадин цара, а сырамы, дак эсфи кряде кондиция ич, в респонзаторе. Ярош мажоритаты редикая мы на спунда, мы останемся, мы здесь родились, здесь наши родители, здесь наши родственники, друзья, мы хотим здесь жить. Но у нас плохо с рабочими местами, и у нас не решаются проблемы жилья. Вот это вот две принципиальные проблемы, которая не может решать молодежь. В то же время муниципальные власти ничего не делают для того, чтобы развивать экономику. Более того, там, где можно купить услугу или товар здесь, внутри муниципия, очень часто это покупается за рубежом. Есть много проблем, связанных с состоянием дорог, с состоянием общественного транспорта, с пробками, с тем, что по 10-15% времени большинство людей тратит на то, чтобы добраться на работу, на базар, магазин, обратно. Это же наша жизнь. Очень много проблем, связанных с экологией. И я наблюдаю, как деградируют наши парки. За последние 10 лет площадь зеленых насаждений сократилась на 15%. Вырубают деревья, и на их месте строят дома. Как будто негде строить дома. Полно территорий, где можно строить дома. Вот и рядом с вами можно найти территорию, где можно строить дома. Притоки реки Быка, на которых построены каскады наших озер, мелеют тоже. Некоторые высохли. Вот вы пройдите вокруг Комсомольского озера, которое тоже не сделали как следует. И вы увидите высохшие русла. То же самое и в долине Роз, и в других наших парках. Почему? Потому что в месте, где есть истоки этих притоков, там построили дома. Очень нас беспокоит то, что происходит с нашей молодежью. С одной стороны, лучшие уезжают, а те, кто остаются или попадают в зависимость от алкоголя, от наркотиков, от табака, от компьютеров, вот. Или, значит, ну, слава Богу, как-то пытаются там выжить. И наша важнейшая задача – создать альтернативу. Чей иной туаты проблемили, а с резолвем инкомплекс, чем скур тим. Ну, аж, ну, мы наша мод сыпать де резолтату рашу, де салвату рашу нашу. За 4 года реализовать очень сложно. Переизберем. А нет варианта, понимаете? Надо инвестировать в город не сотни миллионов лей, как это делается, а сотни миллионов евро ежегодно надо инвестировать. Мы знаем, как это делать. Главное, нужно сделать проекты. Мы знаем, как это делать. Через 4 года мы много сделаем, а очень много начнем. Вы все увидите, как все это пойдет. Зачем ждать, скажите? Для того, чтобы город развивался, надо вложить, и мы получим стократно потом. Останутся люди, будут рабочие места, будут платить налоги.